Здравствуйте, меня зовут Юринов Артем Сергеевич, я сосудистый хирург и флеболог новой больницы. И сегодня я хотел бы вам рассказать о таком распространенном заболевании, как варикозная болезнь вен нижних конечностей. Варикозная болезнь – это заболевание, которое связано с переполнением венозной, поверхностной венозной системы в результате неправильной работы клапанов, их несостоятельности. Клапаны – это структуры, которые выполняют следующую функцию. Они вверх кровь выпускают, обратно схлапываются, не дают крови обратно возвращаться в поверхностную венозную систему. Так вот, при варикозной болезни происходит расширение стенок вены, створки клапана расходятся, начинают проваливаться, не смыкаются, и кровь частично возвращается в нижние конечности, застаивается, что приводит к переполнению поверхностной венозной системы. Крови нужно куда-то деваться, венозная система расширяется, вены увеличиваются в размере, в объеме, начинают извиваться. Все это приводит к отекам, к тяжести в ногах, к появлению сосудистых звездочек, телангиектазии, к расширению ретикулярных вен поверхностных и к расширению стволов большой подкожной или малой подкожной вены и их притоков. Основными симптомами данного заболевания, как я уже и сказал, являются отеки, тяжесть в ногах, судороги в икроножных мышцах по ночам, ну и косметический дефект в виде наличия расширенных подкожных вен телангиектазии. Поэтому, если у вас есть такие симптомы, если у вас появились расширенные вены, если вас беспокоят отеки, тяжесть в ногах, судороги в икроножных мышцах по ночам, не затягивайте с визитом к врачу, обязательно обращайтесь к сосудистым хирургам, флебологам, приходите к нам, мы вам обязательно поможем.